Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Фокси и Рорка. Сегодня мы играем в Гаррис мод. Карта у нас Gravity Falls. Мы скачали классный мод на чужого. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Я должен найти где-то лазеечку и проникнуть в дом. Я знаю, тут лазеек очень много. Все не заделают, где-то пропустят. Мы все будем заделывать. Я конструктор, я все сделал. Я так вижу, я так знаю. Да. Андрей, смотри, как я замуровал это все. Пацаны, хочу вас огорчить, я уже в доме. В смысле? Где? Так вы же там сзади черный ход есть, вы его не заделали. Фокси, блин. А, так у нас все заделано. Не-не-не, неправда. Как это неправда? Правда, я уже в доме, ищу вас. Мы заделали самое основное. А, вы тут зашкерились. Эй, ты чё? У меня всего 30 жизней, я ж вообще ни о чем. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Надо туда коробки подкидывать, чтобы ему было неудобно ходить там. Да я сейчас попаду вовнутрь по-любому к вам туда. Да не попадешь. О, зря ты так. А, вот получается, вы где тут зашкерились. Ага. Не проберешься, я так тебе сказал. О, круто. Мы через чулан пойдем. Можем дверь открыть? Вот говно, нельзя. Так, пацаны, я тогда по-бырому чулан замураю. Он пытается... Вот он тут пытается прорваться. Где? Эти падают, мои черепашки попадали. Зачем ты это сделал? Черепашки попадали. Вы меня замуровали, пацаны. Так, превращаемся в другого, я могу перевоплотиться. Подождите, а червяк может везде пройти? Червяк, не знаю. Так, быстрее. Так, ну чё, чужой уже возродился, сильно долго ждал. Ой! Я схватил, нифига, через пропы. Теперь я становлюсь этим чужим, да? Я не знаю, нет. Выживайте дальше. Просто я хотел, чтобы... О, подожди. Я хотел вас позаражать, но не получается. Знаете, кого мы еще скачали? Это, конечно, будет очень смешно. И по-древнему. Но у нас есть бабка Гренни. Что? Я бабку позвал, она должна двери открыть мне. Пацаны. Ах ты жопа, заморозил бабку. Паук, не? Бабка Гренни? Да, Гренни у нас есть. Блин, я тебя, конечно, не вижу. Но... Я тоже тебя не вижу. А я что, ты не скачивал? Блин, кого же взять, чтобы поудалять эти пропы? Нельзя! Как это нельзя? Так нечестно, честно. У нас вообще некоторые пропы, это деревья. Ты можешь... О, вот ты прыгаешь. Кто там шел? Не пускают. Так, пацаны, если что, у нас... Ой. Если заступать... Кто еще? Так, я не понял, тут на наших братанов нападают? Ну? Я мочу через пропы вас. Давай, кто еще? Эй, ты чё? Ты где? Лови гранат. Давай, на улице я вас, пацаны, встречаемся, повоюем здесь. На улице? Ну? Серьезно, ты хочешь на улице? Вот он, маленькая какашка. Я должен запрыгнуть на лицо кому-то из вас. Только не стреляйте по мне, пожалуйста. Нет. Есть, я в кого-то из вас вселился, догадайтесь, кого. Убили своего же. Я сам кинулся. Ах ты жопа, так нечестно. Самоубийство, у вас, короче, укол адреналина есть. Я спасаю его. Ах ты жлоб. Полегче, полегче. Убил? Вселился. Знаете, угадай, в кого вселился чужой, да? Да. Yes. Четко, все. Мы можем друг друга убивать, это ж круто. Ой, господи. Что? Зачем ты в воздух залез, как ты это сделал? Подождите, где? Где оно? В воздухе ползает. А вот и он. Да ладно, убили чужого!
получил. Вот так, значит, да? А бабку убьешь? А кабаку тебе не надо. Бабка Грэнни мочит. Я вообще ни разу пилпа Грэнни не видел. Возьми эту штучку, которая всех вселялась. Это прикольно будет. О, господи. Хорошо, хорошо. Из чужого, да, вот это вот? Да-да-да, вот только хэткра будешь прыгать и, короче, всех пытаться вселиться. Он вселился уже. Вот у меня вторая стадия. Ой-ой. Нет, ты вот этой вишняга не... О, господи. Надо время, чтобы я перевоплотился вот этого большого. Ну нафиг. Я в окно. Зачем? Ай. Сундук, блин. Пацаны, выкуриваем его. Я в доме сижу, шкерись. Надо гранаты закидывать. Давай. Он на крыше. Вот говно увидел. Я должен всех замочить. А где? Он где-то на крыше ползает. Вот он, там где красная штака. Штака. Это я. Ой, я фокус убил. Давай, давай, иди сюда, чужой мочит. Ой-ой-ой, какашка. Он в меня вселился, походу. Тебя? Теперь надо время, чтобы я перевоплотился в большого. Убейте его быстро. А, нет, 30 хп, 25. Вот он летает, опять он в воздух залез. Вот тут где-то он, вот он, вон на крыше опять. Это крыша. А, нет, нет, он, а, это он, это он, это ах он. Ах ты жопа! О, беги! Не-не-не, Димас, стоять на месте. Я за это тебя съем. Нет, нет. Тут есть анимация, когда я ем человека, видите, притягиваю его прям и ем. Смотрите, а ну иди сюда. Ам. Разъедаем тебя кислотой. Всех, просто всех. И тебя съем. А. Говно, жопа, беги. А че я не умираю? Да, ты не умираешь. Вот меня, вот могут меня убивать, а ты нет. Ну все. Ты до сих пор неубиваемый. Я не знаю почему. А этого можете убить? А ну давайте. Убил. А это Фокси убил. А меня можете? Вот я ползаю, додик. А ну сейчас. А че я не убиваюсь? А возьми, попробуй другого. А ну стой, давайте карту очистим, проверим. Оба. А ну сейчас. О, вот. Это баг был. А это вообще всяк такой король. Ну все, погнали. Кстати, мы такой режим раньше не играли. Это что-то новенькое, да? Да. Так. А еще ж никто не знает, кто кого вселится. А вы знаете, когда во вселяться? Вы как-то это видите или что? Да, мы видим. А, блин, плохо. Нет, когда ты вылезаешь, вот белый экран становится, мы потом умираем. Ты рождал. Ого, пана. Где ты? Ай. А, убили. Убили. Дайте убежать. Слышь ты. Я злой. Я злой чужой. Тихо. Он, походу, в меня вселился. Убейте меня, попробуйте. Или нет? Вселился, вселился. Вселился? А, блин! Нет! Я его нашел. Хотел обмануть. Ой, вот он бегает. А! Ну заели меня убивать, дайте мне нормально постреляться. Блин, убил! Да что я не могу запрыгнуть на твою голову, вонючую? А, подожди, ща я вернусь, вообще ни на какую голову не сможет. Он вселился! Есть, червяк! Опять секунд. А, я забыл! Да, бан. Это опять бы не убивает. Опять бессмертный, это какой-то баг. Да, вот, я тебе это представляю. Хорошо, подождите, вы психи. Все, погнали. Давайте я улечу за карту. Все, давайте теперь последний раунд. Я должен перевоплотиться 5 секунд побыть в теле и в большого. Все, начали. Ты где, ты где? Я не буду говорить, где я, вы просто ищите меня. Не-не-не-не-не, так не пойдет. А
ну может он где-то залез и сейчас... Да-да-да, с крыши спрыгну на голову. Опа-на. Я тогда в таком случае возьму огненный дробовик. Боитесь? Я тоже. Да. Не показалось или там кто-то бегал? Где? Он походу за вот этой надписью. Нет, там нет никого. Нету? Ну тогда я включаю режим Спайдермена и залетаю к тебе. Тут невозможно ходить. Я скольжу. Да, я знаю. Пацаны переживают. Я чекаю. Кто сундука убил? Это Амир его убил, он разбился походу. Насмерть. Нифига себе. Или в нем Димас был. Блин, мне так нравится играть за чужого, я в такие места могу попадать, то не... вы никогда не догадаетесь, где я тут прячусь. О, господи, Димас. На крыше, если что, я чекаю все сверху. Всем обратите внимание, он же поблизости, я чувствую это. Где рядом здесь? Да, слышал, он там блевал. 5 секунд прошло, я 5 секунд ждал. Ой-ой-ой. Есть, я в червяка. А ты опять что-то без меня? Ты не попал по мне. Давай. Чё, где? Страшно грубо. Он что, он под этой штукой? Он должен быть под этой штукой. Вот он! А, стоп, чё я стою? Это, короче, какой-то баг. Давайте тогда возьмем обычного. Вот теперь вы можете меня убить. А! Не-не-не-не-не! В дерево! Где он? Так. Пацаны меня ищут. Ё-моё, он сейчас превратится в этого, этого большого дядьку. Ну и в курсе то, что нельзя разъединяться, а я разъединяюсь. Я молодец. Молодец. Ага. Ой, спотыкнулся. Прикольно. О, где-то рядом. Слышу. Воу, прикольные звуки, да, издаю? Рычишь. Везде эти звуки издаю. Давайте все, короче, сгруппируемся в Фриди Паркинг. Становимся возле Фриди Паркинг. И потом будем ходить толпой. Находите, не? Давайте быстро в Фриди Паркинг собираемся. Фриди Паркинг, подходите к нам. Вот он! А! Чё, я под карту провалил. Я тащу тебя и мочу. А, серьезно? Так можно. Смотрите, мочу и тащу его одновременно. Так, я живой, в дом. Опа-на. В дом. Ай, граната летит. Ах, я замерз. Ай-яй, больно, причем, зачем вы по мне постреляли? Сундук, блин. Ну чё, вы идете в дом? Я вас жду. Да, идем. Пошли. Все чисто. Группа 1, проверить второй этаж. Группа 3, первый зал. Мы на чердак. Фокси, блин. Вот это я быстрый. Очень быстрый. Желательно проверять абсолютно все с гранатой. Он меня тащит. Он на лестнице, второй этаж. Я убил. Убежал в главный зал. Жду я на улице. Все это окружите, все выходы и входы. Ой, может наоборот. У меня осталось 600 жизней. Вы меня сейчас быстро можете уложить. Давайте окружаем. Браво. На счет 3 заходим внутрь. Раз, открой. Не-не-не-не-не. Где он? А, нет. Я съел вашего еще одного. Кстати, у меня анимация долгая. Пока я ем, я потом долго хожу медленно. Он в глаз. Еще одного сожрал. Где? И еще одного. Данного кода принял. Ну все. Ты сейчас вот так вот. Вы думаете, я в той комнате остался, чтобы меня замочили вот так? Не-не-не-не-не, я отошел. А, меня кислотой убило. Обстоятельства. Хоп! Пацаны, давай. Мне кажется... Так, отличненько. Мне кажется, или Димас за счет нас хилится. А? Нет. Не, у меня 500 жизней. Он, кстати, может быть и в ванной. Блин, Фокси не пугай так. Так.
Нашел! Он это возле главного входа. Вау. Вот это тут мясо у нас. А, нет. Не успеваете вы меня убить? А, убил! Убил! Красавчик. Наконец-то! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!